Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на АТВ. Я, Евгений Чебунин, расскажу о погоде за окном в четверг, 13 октября. Как сообщает гидрометеоцентр, по северным районам переменная облачность. Возможен небольшой снег, днем -1, ночью -3. Порывы ветра до 3 метров в секунду. На юге республики также переменная облачность, днем +14, ночью +2. Кроме того, ожидается сильный ветер до 12 метров в секунду. Будьте осторожнее. В Улан-Удэ переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем +11, ночью +2. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 13 метров в секунду. С вами был Евгений Чебунин. Всем пока!